you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. А перед началом серии хочу позвать семью Мажорс Амазин РП первой серии. Чувак собирает семью, точнее людей в семью, чтобы делать всякие РПшки, бандитские там и так далее. Поэтому, кого интересует, ссылочку я на группу оставлю в описании. Пишите ему и собирайте свою банду, кто желает с ним как бы так дружить. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И все хочу показать вам промокодик новый. Этот промокод будет действовать всего лишь сутки, ну, где-то до 11 часов вечера он будет действовать 100%, только до сегодня, 11 часов вечера. Его можно активировать только с 5 уровня, с 5. Я сейчас зашел на твинк свой, попробую через твинк свой активировать, потому что на основе у меня сейчас уровень там 15 или какой. Я сейчас попробую здесь активировать и потом попробую там активировать. Вот такой промокод. Ловин. Он действует всего лишь сутки, повторюсь, и с 5 уровня. До какого? По-моему, с 5 и без ограничений, наверное. Но сейчас мы попробуем. Давайте получить бонус нажмем. Випка на... На сколько нам? Випка на 2 дня. Не, ну неплохо, в принципе. Четко. Випка на 2 дня. Давайте попробую зайти через другой аккаунт теперь. Так, вот другой аккаунт. Моя основа. Сейчас попробуем здесь активировать. Вы уже активировали промокод ранее, либо этот промокод уже не действителен. Ну, видимо, вы можете активировать его только с одного аккаунта. К сожалению. Сейчас посмотрю еще. Нет, все-таки можно активировать всего лишь с одного аккаунта, так что, в принципе, наверное, с любого аккаунта, у которого есть 5 уровень, поэтому активируйте. Надеюсь, вы выпадете что-то годное. В принципе, поставьте лайкосик, кому не трудно, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик. И как будут новые промокоды, я обязательно сниму про это видос и как бы расскажу об этом вам. Всем спасибо, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.